Всем доброго денечка. Да, все, малыши на прогулке. На прогулке, малыши. Ой, феюшка, ты что, это игрушку им зажала, что ли, а? Ты жаденька, что ли? Вот смотрите есть. Соболь, ты тоже жаденька, да? Соболь, ему больше не игрушка нужна, ему больше с тобой общаться нравится. Шейхунь. А что это ты оставил, малыши? Так, а где сестренка? Вадь, не между ног. Вот она, красотка. Идем сюда. Феечка, шейх, давайте я тоже с вами присяду. Вот. Милуська, а ты что, наверх заползла? Не хочешь с малышами общаться? В этом году она не хочет, да? Ой, господи, все интересно, все любопытно. Вы по мне хотите ползать? Я думала, вы сейчас... Ой, а мамка уже катает там его с папкой. Да. Ой-ой-ой, эти колесико. И Гуська играет прямо. Заманивает в игру. Да, а ты что, карапузик за мной спрятался? Давай беги в гуще событий. Оп, кто тут? Феечка. А что, ты даже все их целовать, миловать не хочешь? Господи, все засуетились. Ягуся, ой, резвится. Эти колечки, а ты мою кофту грызешь. Феюшка не знает, куда с игрушкой-то со своей спрятаться, да? Ты думаешь, сейчас заберут. Иди с мамкой играй. Ты что на меня-то ползешь? Мамка разбесилась. Мать кормящая нас. Матушка-кормилица. А тут мне уже кофту. Кофту, платье снимают. Себе, говорят, возьмем. Ткань понравилась, да? Себе пошьете костюмчики. Колесенький. Вот для чего вы маленькие колеси и мордашки? Самый нежный возраст у вас. Уже и бегать начали, и кусики делать, и даже ррр делать умеет. Да. Ай, ну конечно, там же у мамы Тити. Ой, Ягуська сейчас от них побежит. Скажет, нет, я хочу с вами играть, я вас кормить больше не хочу. Больше не хочу вас кормить, да? Беситься так давайте, беситься, будем играться, веселиться. А кормить больше не хочет. Лялюшка, ты главное осторожней. Ты у нас девочка большая, крупная. А этот лежит, балдеет, знает, что его никто не обидит. Бусюси, а ты меня что носом своим скребешь? Фика тут умываниями занялась, а я ее тут... Ой, ты куда это мне на колени залезь, ребенок? Ты же соскользнуть можешь. Ты же красотой соскользнуть можешь. Фея, скажи, Соболь, не мешай, да? Не мешай. Он что-нибудь достыбрит. Малышня-карандашня. Ой, какие радостные хвосты. Какие хвосты радостные. У всех причем. Что, нету у Ляли Тити вкусных? Да только у мамы. Но они пытаются найти. Пытаются и у Лялечки, да? А Ягуська сопротивляется. Не поддается. Милусь, как-то ты не хочешь с щенками общаться, зайка моя. Так, и где у нас третий уполз, поползень? Где-то здесь. Был и спрятался. А, вон, вижу попу, в домик пошел, да? Сейчас достанем. Шейхунчик, молодец, папочка позвал, ребенок пришел. Какой послушный сынка-то, да? Сильно какой пошлюсник. Соболь, ты аккуратней, ты сильный. Главное, силу рассчитывай. Да, ой, веселятся они. Вот они. Малиси такие забавные. Мышки вы маленькие. Ляля с твоим хвостом играет. Какой прикольный хвост. Ну, а мы их целуем, обнимаем и много-много вам радости желаем.